В Комсомольском саду продолжается активная фаза работ по благоустройству популярной у волгоградцев общественной территории. Перед подрядчиками стоит задача благоустроить Комсомольский сад в короткие сроки и с необходимым качеством. Территория парка большая, поэтому работы разделили на несколько частей. В рамках первого этапа строители приводят в порядок участок от пожарной Каланчи до улицы Комсомольской и от воркаут-площадки до улицы Ленина. Ежедневно здесь трудится около 20 человек. Задействована компактная техника, предназначенная для работы на ограниченных участках. Рабочие обновляют тротуарную плитку и устанавливают бордюры. Объект сложный, сложен чем, что рядом находится школа, дети, то есть жилые дома, то есть поэтому работы ведем непосредственно участками небольшими, то есть где-то демонтировали участок, проложили плитку, уложили сеть. Проходная зона, и, то есть работать техники, то есть приходится все время, то есть огораживать участки, все время смотреть, то есть или людям тяжело работать, то есть в этом плане, что люди ходят, то есть дети тем более, то есть в этом плане сложно. Параллельно строители выкапывают траншеи под автоматическую систему полива. Она обеспечит полноценный уход за растениями даже в самую знойную погоду. Появится в Комсомольском саду и новая зелень. Липы, березы, клены, калины, спиреи, барбарисы. Больше 1000 крупномерных деревьев и кустарников, которые будут и глаз радовать, и спасающую от палящего солнца тень создавать. Гулять в парке будет комфортно и по вечерам. Здесь установят больше сотни современных парковых торшеров и уличных светильников. На последнем этапе работ в саду смонтируют около 70 скамеек, а вишенкой на торте станут полигональные фигуры лесных зверей в зеленой зоне.